Ну как у вас здесь война идет? Война идет нормально. Заняли высоту, удерживаем. Хоть и маленькое у нас подразделение. Но боевое. Но боевое, да. У нас тут называется это Брестская крепость. То есть никто сюда не зайдет, никто сюда не пойдет. Высота стратегически для нас важная, поэтому никто ее не оставит. Пускай укропы там говорят, что хотят. То есть мы оставили, она для нас не важна, а теперь пытаются отбить всеми силами. Это все сказки. Но все это сказки, да. Вы сами видите, какое тут расположение. Такой близости позиции, как сейчас находятся украинские войска, мало по какому фронту. Ну, вот у нас высотка там еще есть, но там плохо, мы их не видим. Здесь наше превосходство в том, что мы видим противника, можем по нему тоже работать. Потому что артиллерия их не долбит. Хочу передать привет украинским хлопцам, спасибо, работящим. Пиздатые сделали нам блиндажи. Пиздатые могу заменить. О, хорошие. Спасибо, хорошие. Крепкие. Крепкие плиты, два наката. Разбомбить их нереально никак. Поэтому молодцы, пацаны, постарались. Обживаем. Взяли мы его, этот блокпост, благодаря своей хитрости. Ну и наглости, скажем так. Это да, это минимум. Потому что, как когда мы его брали, украинские подразделения, я думаю, что и к ним идет подкрепление, и махали нам ручкой, передавая привет. Ну а мы зашли и начали их долбить, они даже не ожидали. Поэтому это в нашем стиле, в стиле хулиганов. Одернули спортивные костюмы и пошли вот так. Как видите, техника, снимали, не знаю, да, сняли. Техника набитая, очень много. Тут наша уже стоит, наши два танчика. Но за 4 дня боевых действий, которые здесь происходят, все грады, которые они пускают по нам, попадают по своей технике. Как это ни парадоксально. Ага. То есть наши танки не побитые, ничего. А их не озушка, уже 4 града туда попало. Так что боженька все видит, кто прав, кто виноват. Это 100%. Да. И ни одного 300-го, ни одного 200-го нет у нас. Ну, слава богу, так, чтобы слава так богу, да, слава богу. Поэтому мы держимся. И пускай эти политики, те, которые говорят, там мы его освободим, мы займем 32-й. Обломайтесь, пацаны, хуй вы что возьмете. Это наша земля, и за эту землю мы будем бороться до конца. А если вы не хотите по-хорошему освободить наши области, мы пойдем на ваши области. На Харьков, на Полтаву, на Киев. И вы, сука, будете висеть Турчинов, Яценюк, Порошенко на Майдане, на вашем любимом, на площади. Это говорит вам комбат. А все-таки я словами не разбрасываюсь. Спасибо. Это 100%. Спасибо. Слава народу.